Сотрудники линейного отдела МВД России на станции Новосибирск задержали 37-летнюю жительницу областного центра, которую теперь подозревают в незаконном обороте наркотиков. Взяли фигурантку в тот момент, когда она оборудовала тайник, прикрепляя свертки с запрещенным веществом к металлическим конструкциям с помощью магнитов. На территории Октябрьского района города Новосибирска подозреваемая сделала 9 тайников. Столько же закладок оперативники обнаружили у задержанной во время досмотра. В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий сотрудники транспортной полиции установили место хранения так называемого оптового клада и изъяли еще 50 приготовленных к сбыту свертков с наркотиком. Криминалистическое исследование установило, что этим наркотиком оказался героин, да еще общей массой 27 граммов. Впрочем, и сама женщина особо не пыталась скрыть то, чем она занималась. Груз с героином. Что дальше хотели с ним делать? Закладки. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Суд избрал женщине меру пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время она находится в следственном изоляторе. Действующим законодательством за это деяние предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.